Головные боли напряжения – это первичные головные боли, не имеющие под собой какой-либо причины в головном мозгу. Они провоцируются преимущественно стрессом, перенапряжением, усталостью. Для них характерны следующие характеристики. Это двухсторонняя головная боль. Обычно пациент показывает вот так, сжимающего характера. Не настолько интенсивно, если сравнивать с мигренью, и по шкале от 0 до 10, как пациент оценит свою боль, это в районе половинки, 3, 4, 5, максимум 6. Во время этой головной боли не возникает ощущение тошноты обычно, не бывает рвоты, обычно не раздражает свет, звук, запах. Длится она по времени, нет четкого диапазона, что вот может быть и полчаса, может быть и час. И диагноз выставляется на основании частоты возникновения этой головной боли. То есть, если она возникает до 15 дней в месяц, тогда это может быть либо редкая эпизодическая головная боль напряжения, либо частая эпизодическая головная боль напряжения. Если это частота больше 15 дней в месяц, тогда это хроническая головная боль напряжения. Эта головная боль обычно более интенсивная во второй половине дня. Опять же, подчеркиваю, очень тесно связана с эмоциональной нагрузкой, с переживаниями, стрессами, с перенапряжением каким-либо умственным. Это офисный человек, который во второй половине дня говорит, что у меня болит голова, приходит домой, у него голова еще болит.